Томит с коллегой. Ничего, давай. Сейчас давай запускаем. Томит с коллегой лесного титана. На меках будем пытаться. Вон, глядите, какая у меня жабузавр вырос. Красивый, с мутацией зелененькой. Ух, какая сладенькая, да? Я люблю его. Вот, понеслось. Понеслось почти. Ой, надеемся, это все плавно пройдет. Терем, терем. Зря потратить. Так. Ну вот. Иди давай на меня, быстро. Берем мека и пошли его томить. Такого пиздечонка. О, попало вроде. Да, ты уже там. А у меня, как обычно, блин, менты каждые 5 минут тут ездят куда-то. Сюда, туда, обратно. Вот что значит жить за границей. Под окном каждые так, 5 минут кто-то куда-то убежать. Едет. Кто-то кого-то ловит. Ты... Мне дерево мешает. Скотина. Он взял, повернулся. Да ну что одно такое? Попадание. Ну и у меня одно было только попадание. Все остальные мимо. Ой. Деревья дурацкие. Ой, он меня связал. Связал? Да, и мне вписал 4 косаря. А мне 6 до этого вписал. Очень, очень так. Ну вот гад, ну чё он разворачивается? Давай, давай, давай. Вроде бы было попадание. И почему он сейчас не шел? Я мимо просто тупо сейчас пульку распиндюрил. Давай в одном месте держаться, потому что невозможно его. Так, ну-ка давай, вставай, деревяшка. Давай сюда иди, давай. Я стараюсь ему в правое. Я тоже. Он закрывается. Да, гаденыш спрятался. Ну ничего. Раз, два. Важно попасть. Нет. Я попал. А я в башку попал. Так, двигаемся. Ай, ёпта, да почему я? Так больно. Так, давай я за тобой. Будем держаться в одном месте. Деревья расстреливаем. Что-то он тут идет уже. Так, сейчас сяду. Ну вот, тихо, спокойно. Не надо ручками махать. Да ёбаные деревья. Гнида! Ох, какие слова! Да. Где ракеты стоят очень дорого. Это да. Поэтому я ругаюсь. Пипец, как дорого стоит. Мне кажется, да, знаешь, очень сейчас мало попаданий. Давай, я, наверное, из пистолета буду. Че, не прописал. Мне кажется, с пистолет проще. Попаданий больше получается, чем ты садишься. Очень много времени тратится на вот эти вот. По возможности будем из ракеты стрелять, по возможности... Его возможности надо сейчас будет обернуть. Я вот иду. Ну, что-то он... Там тыркается. Серьезно. Ну вот я и говорю. Он вообще, как будто вот специально ждет, пока выстрелит. Какого знаешь фига? Он же на арене, он возвращается, класс. У меня не было. Была, или я была, не заметила. Так.
Так. Меня, он меня тебя за... связал, да. Да. Да сколько ему еще, а? Так, я могу двигаться. Так, нет, не уходим, не уходим. А, мне виверна мешается. Ладно, взял свой кулак, тут подсунул сейчас. Так, 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 так. А им, мой убогий, давай проснись. Давай, разворачивайся. Угу. Понятно. Кто-то сейчас ловит. Так, давай, давай. Просто эти заряды, они очень дорого стоят, получается, и вообще очень редко попадают в цель. По крайней мере, чё? У этого товарища. Я вроде в одну, это... Там он сейчас с арены выйдет. Да. Ну, обворачивайся, маленький. Неужели мы так... Так нам не прёт, сесть ты. Я уже боюсь этой руки, блин. Не, пока еще, пока у него не отвалится, одна рука у нас не будет хватать. Мы этой рукой занимаемся, да, одной. Я стреляю только в одну. Но это уже все равно много попаданий. Да куда он все крутится? Так. Так, мы сейчас получим. Ну я сзади него тогда иду. Может что-то будет. Так, он тут засовывает трубку. Хотя бы дерево снес. Музычка какая-то у меня пошла нездоровая. До этого не было. О, нет руки, все. Все? Быстро. Да-да-да. Видишь, гораздо быстрее, чем тогда. Он сейчас же это психанутый станет, да? Да, сейчас готовимся спрыгивать. Вот ты пошла. Вот, спрыгнули? Нет, я спрыгнула. Я уже наученная горьким опытом и кучей смертей. Так, так, так. Давай, передвигаюсь к тебе. Я уже запомнила, что когда, когда лиана уже начинает лететь, то только тогда надо спрыгивать. Не. Мимо сейчас пойдет. А, нет, смотри-ка. О, обе пошли в цель. Нормально, сейчас простреляемся. Вообще отлично. Так, я сейчас сзади него буду опять. Он поворачивается, да, он на тебя, гад и такой, я не вижу. Но я хочу стараться его... Я хочу так, стараться а его сзади... держать в центре, чтобы это не было никаких там этих... Так он сейчас по центру как раз-таки. Ха-ха! Так, Лиана у тебя. Нет. Схватил? Нет, тоже не схватил. Блин, отжал это. Так, сейчас надо будет... Так. Нет. Он тебя сейчас схватит. Ай, ну в этом, он, да, он тебя схватил. Схватил. Так, так, так. Гад. Но он держится где-то 3 секунды. Угу. Ну все, отпускай. Ну а что ты стреляешь в него? Да. Ты пытаешься подгадать? Вот бежим сейчас сзади него. И все равно я словил, угу. Да?
Да, 1500 лобов словили. И вот так его байтим тогда. Угу. Ну, выворачивайся. Хи-хи. Черт, схватил. Ты знаешь, виновата фигня, что я просто-напросто была сейчас в подвисшем, ну, о, как подвисла. Типа, когда вылезала? Да, я пыталась вылезти, но у меня подвесун пошел просто. Ой, ё-моё, я на Кицале появилась. А, и там это, как эвент, где строился, там Кицаль есть. Да, я теперь это... Так, где это? Здесь, наверное. Так, я его веду обратно, типа, чтобы твоего мека он не долбил. Угу. И... Ну да, ты его задержи, чтобы я добежать успела. Нет, там другая фишка. Я пыталась слезть, нажала, и о, у меня подвесон компа был. Или, не знаю, игры. И он у меня в это. Я уже. У меня подвесон это закончился, когда я уже летела в этой ляне. Знаешь? На. Вовремя называется. Так, он меня связал, гад. Там сколько? 15 секунд вроде держится. Пора лететь. Да, но он меня сюда... Не так, нет, еще не привел, но он сейчас привел. Пойдет. Ты около меня да. Прям сейчас находишься. Да, поэтому и говорю. Так, все, я почти умерла. Беру шмотки. Он сейчас меня очень сильно пропишет. Беги. Либо мне. Я боюсь, скоро Льяна будет. Нет руки, все, борода осталась. Отлично. Да, все гораздо. Да, быстрее. Вот это да, вот надо, в общем, тогда его. Происходит. Но сейчас, ой, фу, я успел. Ляна. Но сейчас бороду эту попасть, это, блин. Ну, кстати, в бороду может быть и легче вот этой штукой попасть, потому что голова у него, по крайней мере, не так вертится активно, как эти плечи. Блин, я не ту кнопку нажал. Так, блин. Я тоже. Я слезла, блин. Так, надо было его... отходить. Да-да-да, есть я такое. Я вот эти атаки... Он, я думаю, что он сейчас будет Лиану выпускать, а он убьет. Пока что так, нету Лианы. Так, срочно фигачить. Да, вот попасть сейчас мне как бы труднее. Чем в плечи, я уже привык. А, понятно, надо в лоб ему стрелять, чтобы ракета пришла. Успел я увернуться хотя бы? Сильно моего походца. Но есть такое. Мне вот это не нравится. Ходу в борду надо просто так стрелять. Да, надо из пистолетика, может. Так, о, он сейчас хорошо пойдет, походу. А, нет, рукой закрылся, гад. Ну, мой труп, да. Смотри. Блин, он меня захватил все-таки. Ну как? Да, пистолетом проще. Хотя. Угу. Лиана была. Так нечестно, он меня сначала захватил, а потом Лианы. Ну, да, такое? Короче, лучше это. Нечестно. Стрелять просто. Это будет. Блин, я щита не взял на защиту. Так, зачем я села? Ну, очень есть сильно такое, хотите. Давай. Давай возвращаем его. Так, он сейчас будет фигачить. Ну-ка. Да. Ну-ка пошли его долбить сейчас пистолетиком. Давай. Ну вообще, конечно, то, что там так завис... А, его не видно в этого подбородка. Он в грудь. Мы найдем его подбородок. Так, вот. А, да, учитывается, так, видишь, по одной. Дальше надо как-то подойти.
Ну вот, я прям ему целюсь в эту подбородок. И у меня как раз урон этот правильный идет. Нормально попадаем прямо в цель. Сейчас мы его так и притамим. Так, он да. Разбеговался. Блин, деревья эти, откуда? Где это дерево? Вон на скале растет. Давай уходим, короче. Ох, ну смотри, сколько тут деревьев. Так, он сейчас за тобой, да? Ульяна в тебя пошла. Блин, ран чуть-чуть раньше спрыгнул. Нифига себе, как больно. Да. Ну я его видите? Тут сейчас держу, не знаю, что будет. Но мне надо его в центр ввести. Да, увидеть центр. Но я здесь я попробую сейчас. Блин. Что-то если действует вот эта штука, блин. Ну вот там чуть такое? Задальше Чего? И все, он типа не Чего? В центре возвращается, гад. Вот такие вот. Ничего мы его одержим. Да. Он идет прям к моему меку. Ну, агрен себе. Пытаюсь. Он завязывает. А, он опять подвис. Так, я заберу вещи, пока он тут подвисшим состоянием. Сейчас возьму высоту слегка, чтоб легче. Ой, слегка это. Да господи. Я не поняла, почему так стреляет странно. Ракета, я целюсь в одном, а он мне стреляет ниже. Высоту надо взять. Нет, я отмечу. Но он типа не поднимает высоко. Выше свой этот дуло. О, у меня последняя пулька. Я ему в лоб получается. Все, у меня нет больше пуль. У меня 8 осталось забагованно. Ну, богоюзерство. Что-то было. Если игра дает такое сама, даже искать не надо. Не, ну если да, они могут нормально сделать, что почему бы и нет. Может это он просто, это реально ну, да. Вот у него такие атаки, знаешь, может он реально тупит сам по себе. Так, 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 давай, напуливаем ему в это яичко подбородное. Все, последнее. Честно, я надеялся, что этих 8 пуль твоих хватит им. Но оказывается нет. Да-да-да. Ну, все в цель, ты видел, все в цель были. Ну, остается только сейчас стрелять и все. Там чуть-чуть. Ну тут тоже все идет в цель, то думаю, прокатит быстро. Все, он спит. Да. Все? Все. Упал. Ну интересно, какой будет альфа, бета, гамма. Давай посмотрим, да. Да. Жмякать? И. Гамма? Блин. Гамма, блин. Ну много урона получил, да. Значит. Лишнего. Но все-таки ты думаешь, что... Да, урон зависит на гамму или альфа. Uh-huh. А вот то, что он точно выходит типа с центра арены, это точно зависит на восстановление его ХП этих зараженных мест. Это уже мы проверили. Uh-huh. Но все равно, если считать все наши приручения, да. То это гораздо быстрее. Ты вспомни, мы час 40, он, видишь, тогда да, часто выходил с арены. Поэтому час 40 был. Я что-то не поняла, что это за прикол. Я не могу теперь сесть ни на кого. Ты дергаешься. У меня только изменить имя. Нет. Я дергаюсь? Так. Я могу только... Я вот подхожу, изменить имя. Я не могу сесть.
А, вот управлять. Блин, что за бред? Ну что, вот так вот. Мы притомили эту фиговинку. Ну, видишь, хоть научились, ну, да. Без разницы, какую гамму или нет. Ну, главное, короче, не дамажить его сильно. И не давать, чтобы он возвращался к центру. Ну, это очень трудно. Да. Так, а мы же не давали. Пару раз там вернулся, и вот это как. Вот так притомили. Как бы. Всем удачи и как бы пока.